поаплодируйте, закончилось. Я понимаю, все уставшие стоят такие отшиты. Порадуйтесь хотя бы тому, что это все закончилось. Первая команда, которая награждается, да, кстати, Свен, со 2 по 8 место дарит всем участникам по наушникам. Приятный бонус, утешительный. Итак, первая команда, которая награждается, Аптека Плюс, аплодисменты. Очень надеюсь на то, что все дожили до этого момента. Все участники, просьба быть где-то в районе сцены, пожалуйста. Аптека Плюс, есть кто-нибудь, хотя бы представитель команды? Поднимайтесь на сцену, что стоит там внизу. Поздравляю. Аплодисменты, пожалуйста. Диплом. И забирай 5 штук. 1, 2, 3. Держи, не знаю, как ты будешь это делать. Женщина, помоги мне, пожалуйста. Ты же должна быть хозяйственной. Продолжаем далее. Следующая команда, или представитель, в идеале, конечно, чтобы вся команда пришла. Ваши аплодисменты, ДДТ. Кто-нибудь из ДДТ, пожалуйста, на сцену с ручником. Аплодисменты, команда ДДТ. Пять штук уже. Там смотри, что будет. Шик, 1, 2, 3. А не дам. Ну ладно. Поаплодируйте, ДДТ. Следующая команда, которая приглашается для награждения. СМЛ, аплодисменты. О, хоть кто-то должен в полном составе. Тише, тише. Ты так, я боюсь спросить, кому бежал. Ко мне, к ней, к плакату или к наушникам. 4 варианта. Забирайте, пожалуйста, плакайте за ваши аплодисменты, пожалуйста. 5 штучек. Девушка, выдайте, пожалуйста. Шик, держи. Слушайте на здоровье. Еще раз аплодисменты, СМЛ. Следующая команда, которая приглашается на сцену. Шторм Дота, аплодисменты. Поздравляем, ребят, молодцы. Запрыгивайте. В полном составе. Приятно, чем-то будет. 5 штучек выдайте, пожалуйста. Трин-трин. И еще одну коробочку. Держите. Аплодисменты. Шторм Дота. Переходим дальше. Что, анекдот рассказать, им историю, что ли? Я не знаю, что делать. Но сейчас будем как-то фотографироваться, наверное, будем. 4 место. Надеюсь, что правильно произнесу. Watch. Аплодисменты. Люди, дошедшие до финала, люди, достойно сражавшиеся. Аплодисменты. 4 место. Watch. Уши берите. Чирик-чирик. Слушай, в следующий раз знаешь, что нужно будет? Нужно будет, чтобы она стояла на сцене, а наушники там стояли, чтобы она делала такой перформанс еще параллельно с этим. И все так, было бы интересно. Аплодисменты, Watch, 4 место. Спасибо, ребята, спускайтесь. Да. Тройка лидеров. 3 место. Next.kz, аплодисменты. Наушнички раздавайте, пожалуйста. Сначала с 4, кто-то не дошел. Шик. Ну, передадите, я так надеюсь. Главное, не заныкайте. 3 место, Next.kz, аплодисменты. Спасибо, ребят. Проходите. 2 место. Люди, которые вместе с еще одной командой заставили нас здесь просидеть уйму времени. В жаре, то в холоде миллион табака было выкурено. С ума сойти. Ужас, ужас, ужас. Ваши аплодисменты. Подожди, не включай музыку, стой. Мне интересно, хоть кто-нибудь додумается, типа, крикнуть. А, да, это эти типы. Ваши аплодисменты кому? Z-Nation, 2 место, аплодисменты. Поднимаетесь, ребята, на сцену. Нешуточные баталии были, крики, вопли, истерики, там что-то до драки уже собиралось дойти.
забирайте большой чек и получайте каждый, пожалуйста, по наушникам, по ушам получаете каждый. Трын, трын. Аплодисменты, второе место, Z Nation. Сейчас жаль, нет какого-нибудь военного оркестра, чтобы это все было помпезно и пафосно. Первое место, ваш шум и аплодисменты. Хаммер! Еще поорите, еще громче. Пускай ребята покайфуют от того, что сражались целый день. И вот она, заслуженная победа. Если бы кто-то из них еще разревелся от счастья, это было бы вообще круто-круто. Ваш кубок, аплодисменты! Ребята, между прочим, кроме вот этой пластмассовой большой карточки и кубка, получат кругленькую сумму денег за победу в этом турнире. Аплодисменты победителям дисциплины Dota! Techlabs Cup 2011, казахстанская версия. Громче! Хаммер! Спасибо. Пускайтесь, фотографируйтесь много, можно автографы начинать брать. Друзья мои, мы, собственно, подошли к моменту, на котором можно выдавить слезу. Еще раз хочется сказать огромное спасибо всем. Но при этом есть еще один человек, который хотел бы сказать вам слово. Мы уже ему, я уже благодарил его. Но тем не менее, еще раз, это Киберпарк Next. Аплодисменты, пожалуйста, большие. Спасибо им за поддержку. Я хочу пригласить Даурен. Аплодисменты этому человеку, пожалуйста. Спасибо. Благодаря этим людям, то вообще они внесли безумный огромный вклад во все это дело. Аплодисменты Next. Ну что ж, ребята, прошел первый турнир Techlabs в Казахстане. Прошел он на площадке Next, в нашем первом парке под названием Prime Plaza Next. Спасибо большое команде Techlabs за то, что выбрали нас, за то, что выбрали нашу площадку и за то, что организовали очень хороший чемпионат с отличной программой «Веселым днем». Спасибо всем участникам и ждем вас в нашем парке Next. Приходите почаще. Спасибо большое. Собственно, все это вот так вот потихоньку подошло к своему окончанию. Но не знаю, обещать, может быть, не возьмусь, но тем не менее, ровно через год вот здесь, да, вот этому человеку спасибо большое за то, что откомментировал Доту. Поаплодируйте, пожалуйста. Прям попытаюсь вам пообещать, приедем к вам через год. Занимаемся всякой ерундой. Еще раз спасибо всем друзьям, партнерам. Спасибо большое Prime Plaza, спасибо Next. Спасибо всем, кто предоставил призы и подарки. Спасибо вот этому человеку. Спасибо еще одному человеку из команды Techlabs, который постоянно где-то в тени находится, но при этом, независимо от состояния, времени и количества сна, выполняет огромный багаж работы. Это Дима Гордейко. Поаплодируйте этому человеку. Он это в семье как папа мой, а это как мама. Потому что папа, он ходит такой важный, типа, и чешет эти дела, да, там сидит, пиво за телеком пьет. А Дима как мама, он постоянно на кухне что-то там кухарит. Посещайте ресурс Techlabs, BY, Techlabs KZ. Ходите, дружите, улыбайтесь. Меня зовут и будут звать Андрей Бонд. Всем спасибо, до свидания.